Это волшебная сова, которая выставлялась даже в «Русском левше». Как уже говорила, сборные эти выставки привлекают художников со всей страны. Это не петербургские авторы. Но вот эти металлические работы, они получили большой резонанс, популярны. Далее, приходя на регионы, вот раз,
Чистяков, только это его работа, а это сам автор. Вот. Это натюрморт Алексея Кирьянова. Очень своеобразный человек. Сейчас мы отойдем. Давай вот снова. Здесь очень бывает атмосфера. И очень интересно развешивать. Здесь у нас вот везде фотографические разные работы, вот так встроенные. Здесь немного сложно смотреть, нужно пробиваться сквозь эту атмосферу. Даже когда здесь нет людей, все равно сложно смотреть, потому что они уже повешены. Мне кажется, это наоборот интересно. Потому что когда у человека есть трудность при просмотре работ, он их смотрит с большим вниманием, если трудности вот нет. Наши знаменитые питерские места, говоря. Вот, очень знаменитая она здесь, по-моему, живет постоянно, насколько я знаю. Она решила поучаствовать. Это Цветков Николай вот здесь. Он также играет на фортепиано периодически. Очень талантливый человек, на мой взгляд. Вот. Здесь у нас вот тоже автор работ сидит со своими работами. Ну, не все авторы не отходят работы, потому что мне это так нравится. Говорится, подарок для всех нас. Вот здесь у нас автор, так сказать, делает о вас принту. Причем там некоторые работы называются вот так же, вот та работа называется «Поживуй», да, то есть человек, он делает, так сказать, свое наследие. Ну и перейдем в следующий зал, собственно говоря. Ну, когда к вино, я им просто написала, думала, ну, 90, думаю, не ответит. Так боялась, написала, Сергей Нурметович, вот как вот художники тут собираются. Тамара приезжает вот, в таком-то времени, он выделил нам пятизвездный коньяк в Пелестанской школе. Ну, то есть люди, они отвлекаются, они как-то вот понимают, что ну, невозможно жить в стагнации. Вот, вы знаете, в болотах по колено, по шею. Надо двигаться дальше и просто, ну, мы можем гоняться за модой, за этими технологическими, да, инновациями, но потерять душу при этом, это ужасно. Вот Леночка Дмитриева, она не домогает, не лежит, но она много лет снимает все проекты, и она с Линка слилась с Надиной Николаевной, а вот я люблю, как у нас на церемонии несколько будет подарков для молодых участников проекта 12 числа. Я скажу, что мы времени не потеряли, провели огромный проект рисования с детьми, с антической музыкой в музее этнографии и с 10 странами мира сделали телемосты. Потом у нас есть такая замечательная история, мулатики городские. И мы по особняк Половцева в дом архитектора их пригласили порисовать. Нас пустили, и 6 июня мы сделали, потому что город нас не поддержал ни в прошлом году, ни в этом, мы сделали большой бал в честь 222-летия Александра Сергеевича Пушкина. Нам 7 цветов дало море пионов просто, и все дети вот, из приютов, там слабослышащие дети, они уносили охапки этих охранных пионов. И, в общем, все были счастливы.
называется «Заиграй, моя волынка». Поселок Рощино, я преподаватель музыкальной школы. Здравствуйте, это фестивальный мастер-класс. Насколько мне известно, около 2 недель мы видим очень много работ очень разных авторов. Очень ярких, очень таких раскрывающих тему карнавала, очень блистательных. Собственно, работа прекрасно написана в интерьер-галерее, которая славит своими красивыми окнами с зеленью, с деревьями. Я после случая не называю, потому что очень много авторов, очень много художников. И я назову только некоторые, которые мне, наверное, больше всего понравились. А здесь остальные не понравились, просто какие-то понравились больше. Вот эта работа с летающей свиньей. Вот. Ее автор Игорь Клюшкин. Он очень своеобразный художник, так скульптор, он у нас съели рыбы. Такая рыба-свинья. Вот. Вообще здесь, как правило, выставляются на фестивале театры, которые уже участвовали в каких-то персональных здесь выставках. Поэтому тут, как говорится, все лица, они знакомы, это наши ходят в ДПИ, я вижу, то есть очень большое разнообразие всего-всего, чего мы тут можем увидеть. От такого простого пейзажа, да, до каких-то объектов. То есть это очень увлекательная выставка. И очень хорошо, что она будет довольно долго, потому что ее можно будет удобно посетить, ну, в то время, которое вам хорошо и которое вам, ну, удобно. Вот. Вот тут интересная работа, такая тишина севера. Да, вот о Великой женской богине. Да, мы про вас говорили, это Игорь Клюшкин, это Игорь Клюшкин. Вот. Спасибо большое, да, это самый сильный холод. Вот отлично, так что мы идем дальше. Да, компьютерная графика очень интересная. Вот, собственно, мы здесь так видим гостей галереи очень интересных, знаете, своеобразных личностей. Потому что как выставка необычная, так и люди необычные. И у нас еще 2 зала, где мы встретим наших знакомых. Я уже с Константином Эдуардовичем говорила, и из-за тупости, извините, это бред, потому что в помещении можно 200 человек, а на Дворцовой вот нельзя. Ходить по тротуару можно, а вот мыслями вместе быть нельзя. Расписывать ангелов, то есть совершенно безобидная, радостная идея. Но вот я хотела бы сейчас подарить вот эту штормовку. Правда, Александр Николаевич Погодник, но соприкоснется теперь с полетами. Вот от нас, от космонавтов, от ученых, от художников, от поэтов, от просто жителей нашего города, потому что Александр Николаевич, в любом случае, если вы будете руководить комитетом, вы всегда нам помогали все эти годы. Вообще-то я руковожу богатым. Мы надеемся, что я руковожу. Ну, то есть мы не знаем, как правильно голосовать или не голосовать. В любом смысле вы человек, который любит людей, и это, конечно, важно. И вот пусть солнечной энергии вам хватит дойти вот к какому-то решению или к какому-то одному из... Спасибо. Добрый день, дорогие. Я хочу искренне поблагодарить эту женщину. Я счастлив, что она моя землячка. Мы смоляне когда-то познакомились. И мы все гордимся. Мы гордимся ею? Здоровья, удачи! Наша новая история, которую мы должны как-то к Нептуну ловить.
Thank you.